Добрый день, друзья. Сейчас мы с вами поговорим о таком проекте, как Танзо. Что это за проект? Ну, давайте я в двух словах расскажу. Это проект, точнее, это крупнейший рынок, где вы можете найти произведение ручной работы. Ни подделку, ни дубликат, а именно произведение ручной работы, гарантированное и без посредников. Так, давайте пойдем по порядку, посмотрим, что у нас тут есть. Так, присоединиться к приватным продажам и регистрироваться как... Ну, то есть создатели ручных работ можно зарегистрироваться. Если вы имеете какой-то навык или занимаетесь каким-то хендмейтом производить, то можно тут зарегистрироваться. Так, все стартует, показывает, но нельзя, когда точной даты нету. Следить за новостями, платежи принимаются эфириумами и биткоинами. Ссылка на социальные сети проекта. About, ну, то есть, что информация о проекте. Основной разработчик Танзо является первым в мире своим социальным рынком для товаров ручной работы, где ремесленники защищены и мастерство гарантировано. Технология распределенной бухгалтерской книги обеспечивает прозрачность платформы, делая ее максимально открытой и безопасной для покупателей и продавцов. Главная цель данной платформы – сделать синхронизованные социальные платформы, основанные на полностью децентрализованной системе доверия, которая гарантирует равную защиту со всех сторон, участвующих в любой сделке. Вот такая вот платформа. Ну, это показывает рынок ручных работ, то что на 100 миллиардов, 150 миллиардов, то что рынок развивается, с каждым годом растет. Это по странам распределяется. Ну, например, в Индии 5-4 миллиарда, вот. На протяжении периода Китай и Южная Азия более 20 миллиардов. Ну, в общем, проще говоря, тут показан рост данного рынка, какой ожидается. То, что рынок развивается и растет. Тут основные проблемы отсутствием международного рынка, отсутствие гарантий каких-либо, много различных подделок, барьеров, страх перед покупкой. Отсутствие прямой коммуникации. Ну, это вопрос перед тем, кто продает, ну, то есть создает. Трудно прямой трафик к их продуктам. Ну, в общем, все такие проблемы. А это какие проблемы покупать? Тут трудно верить, ну, кто крафтер, вот, то действительно то он, трудно верить, ну, понять, действительно ручная работа, сделанная человеком вручную. Трудно понять, ну, как качественный продукт или нет. Отсутствие отзывов. Ну, в общем, такие самые популярные проблемы, с которыми сталкиваемся при покупке, например, даже если брать какой-нибудь. Ну, вообще, при покупке, например, знакомый человек какой-либо вещи, можно сказать так, проще говоря. Вот танцу платформа, вот эта вот платформа, она все эти вопросы решает. То есть будет идентификация, доверие, вот пользователи, почему white paper, light paper, one page. Ну, вот я уже говорил, вот платформа, вот проблемы и решения. Все эти вопросы, какие самые популярные, данная платформа решает. Вот для покупателей Танза, вот, также для тех, кто создает изделия для ручной работы. Вот формация токена, как она не будет распределяться. Харка 15 миллионов вставляет. Бонусы на преселе 23%. Токен сейл. Софткап 3,5 миллиона, хардкап 15 миллионов. Минимально можно $50. Ну, то есть на эфириуме принимается эфириум, биткоин. Информация о команде. Я подробнее буду ставить, в принципе, достаточно информации о каждом конкретно члене команды, но если вам этого недостаточно, то можно в любом случае поискать информацию о данном интересующем вас члене команде в интернете. Дорожная карта проекта обеспечивает, ну, начиная с третьего квартала 2017 и до четвертого квартала 2019 года. Это сообщество. Там за сообщество сколько уже? 2434
участник, кто занимается каким-либо рукоделием. 60 индустрии, 35 стран. В общем, что можно сказать о проекте? То, что он интересный, в принципе, идея у него тоже интересная. Ну, рабочая, не какая-то безумная, а действительно понятная. Будем следить за развитием, смотреть, наблюдать, инвестировать в этот проект нет, в любом случае решать вам. Вот все, но этот, но на него действительно стоит обратить внимание в любом случае. Все ссылки на данный проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.